И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, давно мы не проходили в FNAF. И чтобы было весело, мы сразу включим шестую ночь. Мы-то уже пацаны взрослые, правильно, Димон? Ну да. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а я лечу и нажимаю кнопку. Цели мы с Димоном, кстати, два охранника у нас. Да, мы охранники. Все, Димон, нажал. Я внизу. Я не внизу, я внизу. Все. Потемнело, лампочка моя не исчезнет. Шестая ночь, ребята, это будет очень жестко. Дима, ты, наверное, придется взять в руки ломик, мы что не сможем включать же. А, ну да, точно. Я, знаешь, что, камеру лучше возьму, так прикольно. Так, стоп-саунд надо прописать. Ой, там какие-то телефонные звоночки, мне не Дима, сейчас они уже начнут идти, так что ждем. Ребята, давай. Ставьте лайк, чтобы мы затащили шестую ночь и ни разу не проиграли. Кстати, а это не та пиццерия, в которой появляется здесь еще Фредди, вот тут вот в углу? Такой на нас. Я тебе честно скажу, Димон, я всегда ищу долго, чтобы мы что-то интересное прошли. Скачивай, это та же самая карта, только аниматроники разные нападают. Но все равно, может, что-то будет новенькое, интересно. Надо все смотреть. Колобака, да что такое? Дергаюсь, блин, мне непривычно на весь экран. Да, Димон, мы что-то с булочки расслабили. Пора уже вспомнить. Да, пора бы уже поднапрячься с вами. Скилл покажи свой. Покажем, покажем. Реакцию. А ты еще с ночным режимом, что ли, ходишь? Нет, не с ночным. А, где просто рука камера, понял. Просто камеру и фонарик включил. It's okay. Там этот, кстати, Фокси уже подудонькал. Давай, да, подудонькал, понял. Ну да. Это как-то странно звучало, но то ладно. Ну там ду-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 ду. Димон, мы с тобой лучшие лицензированные охранники. Мы должны затащить по любасу, если мы это не сделаем. А нас отнимут лицензию. А нам платят, блин, копейки какие-то. 140 баксов вроде, 40... Блин, я уже не помню, сколько там за 6 ночей дают? Не знаю, копейки. 40 баксов вроде давали. 5 рублей, блин. Да не, больше. Димон, час ночи. На эти 40 баксов, мне на еду такие хватит, в принципе. За еду работаем, Димас. Димон, выбегает сзади аниматроник. Ой. Я пошутил. Нет, кстати, там есть какой-то медвежонок. Медвежонок есть какой-то, Дима, сзади, смотри. Глаза стенки. Вижу, вижу, сидит, смотрит на тебя. Ой, шестая ночь. Пошла нафиг. О, это пришла, моя... наконец-то. Ну-ка, ладно. А что мы уже про... Нет, мы живые. Мы полностью живые. А почему так было? Я же заговариваюсь. Я испугался, но мы все, сдулись. Не, все нормально. Это. А мы только просто... надуваемся. Атмосфера. Димон, я успел. Я успел. И скример выскочил, и я так рандомно просто наугад нажал. У тебя там этот Боня, да, был? Да, да, он выглядывал и говорит, нет, попить воды. А, и ты сказал нету, да? Я сказал нет воды и закрыл двери. У нас этот пончик есть только тут, глазастый. Сейчас должна Димончика за солью прийти. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, скримеры, конечно, мы ловим с тобой. Картинки. Так это шестая... Это, видишь, в той части не было, когда мы качали старые карты, а в этой есть постоянные. Угу. Более, тут знаешь, надо... так пугают сильнее. О, Чика уже, смотри, торт свой несет такая. А, ну она, короче, несет торт, сейчас будет соли просить. А, не, подожди, соль, торт, посолить торт, сахар будет просить. Сахар, Димас, да. Диман, Фредди пришел. Ой, он просит... Смотри. А что Фредди просит? О, Димас, я себе экран перевернул. А, на камере? Смотри, Диман, да, убирай, Димас, камеру нафиг. Фух, я закрою за тебя. Я просто кверх ногами, Димас, был, короче, прикинь. Фредди так, дудонькает. Ой, тут смотри-ка, у меня гости. Неплохо, прозрачные. Неплохо. Это призрак, Бонька, Димас. Пришел. Это не настоящий, это призрак. Боня колбасы просит. Колбасы, блин. Я могу только насрать. Ну что ты такой жестокий? Они же просто колбасы просят. Так она будет тоже нормальная. Да не. Там все в подряд, Димас. Оп. А сейв, там было написано сейв зим, типа сохрани его. Пришел, наверное, ушел. Так, есть, все четко. Напряженка. Надо просто челленджи придумать, ребята, напишите в комментариях, придумайте нам челленджи и мы будем их делать. Будет же прикольно. Да. Какие-то челленджи, что-нибудь такое необычное придумайте.
Но не именно. Может, Дима, знаешь, как сделать челленджи? Построить комнаты, и в каждой комнате будет больше и больше аниматроников. Понял? Надо их, ну, проходить, эти комнаты. И в конце комнаты кубок будет там. Сражаться? Ну, это такой пример, ребята. Это, конечно... Ну, самое примитивно, как можно. Да, да, да. О, о! Смотри, башкой машет. Смотри. Там уже Чика кастрюля стучит. Видел, видел? Смотри, как он машет. Чика ищет соли, а нет. Сейчас придет опять за солью, Дима, жди. О, я камеру нормальную сделал. Бонни мне гитару дает. Ну так держи, Дима, с гитару. Не, не ведусь. А ну камеры поклацай. Включи себе, что у тебя же будет скоро Фокси бежать. Включи себе в твою сторону. Ой. Дима, нажимай. Все-все-все, нормально все. Hello. Опа. Балунбой сейчас сюда зайдет и электричество нам... Калитки так я пока, Дима, с камеры поклацаю, посмотрю, что у нас тут есть. Да, давай, 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 Димон. А то мы все время никогда камеры не смотрим. Я хотел поклацать, но они не дают, они постоянно лезут. Кстати, интересная сюжетка, да, здесь? Сложная. 3 часа ночи. А, на... легкая. Легкая? Легкая. Так это полночи, подожди, сейчас может жестче будут нападать. Так мы еще ни разу не сдохли, мне кажется, легкая. Ну подожди, сейчас они там понаходят все. Возряжаются и придут. Так, балунбой сейчас придет, я чувствую. Чувствуй. Чувствую. Чувствую. Так. Так, так, так. Что-то как-то спокойненько у нас. Не, у меня Чика стоит здесь. Да. О, ой. Димон, я застрял! Закрыл. Фух, Дим, красава. Я больше не буду выходить. Да, выходить это очень опасно, застрешь у него дроненько сразу. Да кто там пришел, так и не понял. Они тебя схватили, а это этот, Фантайм Фокси. Он ушел или нет? Она. А, сзади, вроде... смотри кто. Сзади, выходи, выходи из хаты. Нажимай, выходи. Нажимай, выходи, убегай, прячься под стол. А что, нельзя на него смотреть или что? Надо не понимать, что он там стоит. Я без понятия, я на него смотрел, блин. Димон, марионетка пришла! Она очень быстро пришла, даже... А, мы закрыли, мы живые. Отлично. Она просто... А может то, что я дверь успел закрыть? Так она все равно зашла же. Она здесь стояла. Да? Да. Может сюжетка такая в этой карте, мы ж не знаем, Димон? Может все заново уже началось? Да нет, 4 часа ночи. А где такое написано? А у меня написано слева в уголку. Это, наверное, когда ты запускаешь, тогда... Да, кто нажимает кнопку, тому отображает. Но то, ну, все равно, все четко, Дима, 2 часа осталось. Хорошо, Дима. Может, марионетка просто испугала нас, но не убила? Смотри, у нас тут батарея вообще на нуле, короче, находится. А как шкатулку заводить? Без понятия. Может, ее просто навещать, типа, чтобы она не обижалась на нас? Не знаю. Так. Пока мне все четко, мне нравится. Тут, походу, за толчки надо платить, чтобы зайти в них, Дима. Смотри, тут какие-то эти. Да ну нафиг. Если я срать хочу, и чё? Она платит тогда, чтобы посрать. А там, Дима, смотри, куча слева за толчком. Видно, у кого-то денег не было. Ха, взрослый пацан и поверил. Убьет Фокси, если к нему подойду? Нет. А ну подойди. Ну. Притирку прям буксуй на него, не? Я могу даже ему почесать носик. Носик можно почесать. За ушком, ребят. Вы чешете ушко Фокси? Я да. Да, как-то рискованно. Еще и ночью. Он любит монтировкой, Димас, просто писаться. Опять они музон свой модный включили. А здесь, короче, как сказать... Фокси живет, поломан. Самое лучшее место в этой пиццерии. Ну. Плохо нельзя вот так нажать голову и одевать их на себя. Было бы классно. Да. Хотя мод такой потому, есть. Потому что Гаррис мод-то он какого года? 2004-го? Да. Старый уже, дряхлый. Да, ты когда он вышел, таких даже моделей текстур не было, отражения, это уже добавили со временем. Дима, знаешь, где мы не были еще? Где? Игровых в автоматах. Побежали. Побежали, побежали наши. Тут должна быть коробка марионетки. Да, она там сидит. Сидит, потому что она нас убила. Надо быть внимательной. Фантом Фокси у нас тут стало что-то. Марионетка, ты нам все испортила. Она очень быстро приходит, мне даже время подумать. На, тебе получай
по жопе тебе. Получается, с твоей стороны Димон Фокси приходит, а с моей стороны марионетка. Никита, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.